Школа Святого Николая в Чикаго с начала войны приняла больше полусотни учеников из Украины. С детьми дополнительно занимаются английским языком и проводят уроки эмоциональной поддержки. Многие школьники приехали в США с тяжелой психологической травмой. Как устроен учебный процесс, расскажем в нашем сюжете. Пять украинских детей, которые уехали из Украины, возвращаются к учебе в школе Святого Николая в Чикаго. Они просто хотели какого-то комфорта, верно? Зная, что все будет хорошо. Директор заведения говорит, многие дети очень травмированы тем, что война сделала с их жизнью. Представьте, что вы приехали из другой страны, у вас нет многих ресурсов, страх, что вы не говорите на этом языке. Школьники, ученики и родители начали новый учебный год на позитивной ноте и с особой молитвы. Я услышала об этой школе в церкви, и когда я пришла сюда в первый раз, директор этой школы, миссис Чирилли, была так добра и улыбалась. И я понимаю, что эти люди подходят нам, потому что они искренне приветствуют нас. Заряна с детьми приехала в США еще в апреле. Это так здорово и полезно, потому что наши дети получают возможность учиться в этой школе. Чтобы успешно приступить к учебному году, школьники несколько недель усиленно готовились к занятиям. Мне нравятся учителя, мне нравится столовая, мне здесь многое нравится. Благодаря пожертвованиям людей, школа смогла нанять учителей для дополнительных занятий по английскому языку. Также здесь будут проводиться уроки эмоциональной поддержки, чтобы помочь детям пережить горе.